Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и у нас сегодня сравнение двух флагманов с гибкими экранами. Это Huawei Mate X3, который имеет версию X5, чуть улучшенную для китайского рынка, и Galaxy Fold 6, который только-только выходит на российский рынок. Я сразу хочу оговорить, что оно абсолютно нечестное. Оно не может быть честным по определению, потому что Mate X3 продается уже год на рынке. И он, конечно же, выступает конкурентом для Fold 5. Но так как X6 задерживается до конца года, не появляется на рынке сейчас, вот эта скорость развития для Huawei, она чуть-чуть притормозилась, именно смартфона с гибким экраном, такого флагмана, то мы поговорим про Fold 6 в привязке. Ну, причина достаточно простая, вы можете купить и тот, и другой аппараты на рынке, но надо понимать, что на сером рынке X3 можно купить за 110 тысяч рублей, и это версия на 512 гигабайт. А на официальном рынке версия Galaxy Fold 6 стоит 190 тысяч рублей и выше, это версия на 256 гигабайт. Поэтому, наверное, вот с точки зрения цены, серого рынка по Fold 6 пока нету, но он будет, все равно цена будет выше. Официально, если вы в официальный магазин брать, то мы можем купить за 130 тысяч рублей Mate X3. А самое главное, что к нему в подарок там достаточно странная механика. Разные часы предлагают умные от компании Huawei, но в этой механике секретные наборы, 4 пары часов, и вы не знаете, какие часы попадутся вам. Ну, это, в общем, выглядит как-то вот очень странно. Странная механика, я ее не понимаю. Я знаю, что такое секретные наборы, когда ты наобум покупаешь, и все время там какая-то ерунда. Тут вроде не ерунда, но ты можешь, вот ты мужчина, ты можешь получить женские часы. Зачем они тебе нужны? Не очень понятно. Поэтому посмотрим. И вот в этом и проявляется нечестность, наверное, сравнения. Год назад вышел Mate X3, цена совершенно другая, она ниже. Конечно, по соотношению цена-качество этот аппарат будет, наверное, выигрывать. Хотя тут есть много вопросиков, скажем так. Давайте сравнивать, начнем с материалов и прочих вещей. Идите ко мне поближе. Так, если говорить про эти два аппарата, они по эргономике воспринимаются, конечно, очень различно. Вот этот аппарат мне нравится, как лежит в руке, потому что у него закругленные грани, скос внешнего экрана. А если мы говорим про Fold, Fold тоже хорошо ложится в руку, но вот эта грань, ну, вы видите, прямоугольник. То есть вот этот прямоугольник, хотим мы того или нет, он оформлен по-другому. По характеристикам и там де-факто алюминий, здесь хромированный алюминий, датчик отпечатка боковой, клавиши регулировки громкости, то есть здесь отличий как таковых нет. У них даже вес совпадает, ну почти совпадает, потому что этот аппарат весит 239 грамм, аппарат от Huawei весит 241 грамм. И с точки зрения эргономики они более-менее близки. Давайте попробуем открыть Huawei Mate X3 для того, чтобы оценить, а что у нас происходит. Вот он открывается, и у нас большой внутренний экран. Huawei делает на это ставку, потому что экран 7,85 дюйма. Экран у Samsung, конечно же, меньше. То есть вот мы можем посмотреть, как они отличаются. То есть для кого-то это будет принципиальным отличием. Мне кажется, что экраны с точки зрения своих возможностей плюс-минус одинаковые. Конечно, больше экран всегда лучше. Тут нет сомнений вообще никаких. И в этом плане Huawei молодцы, молодчики, как угодно можно называть их. По характеристикам экраны, OLED-экраны, LTPO, 120 Гц они поддерживают. Здесь есть борьба с шимом 1440 Гц. Ну, работает она в определенных режимах, но максимальная яркость у Huawei 1000 нит, то, что мы можем получить. В Fold 6 мы можем получить 1600 нит при автоматической регулировке. Пиковая яркость 2600 нит, которая для HDR-контента вам это наверняка не так интересно, не так нужно. Зачем-то я запустил бенчмарк, но допустим.
А по производительности 8 Gen 3 Snapdragon, здесь же 8 Plus Gen 1, то есть поколение 1. Если посмотреть на производительность в синтетических тестах, то не обращайте внимания на то, что тесты, ну этот я проводил год назад, этот сейчас. Но если даже я возьму одну и ту же версию AnTuTu, разница будет примерно такой. Причина достаточно простая. Вот та память, которая используется в Mate X3, это память медленная, UFS 3.1. Если мы посмотрим на память, которая используется в Samsung, это UFS 4, она быстрее. То же самое касается оперативной памяти, не только встроенной. Поэтому по памяти мы видим, что преимущество Samsung, оно очень заметно. Так же, как преимущество в процессоре. Процессор, в общем-то, здесь однозначно интереснее, быстрее и так далее. Наверное, хочется сказать еще пару слов про батарею, про комплект поставки, потому что они сильно отличаются. Мне, кстати, кожаная спинка Mate X3, эко-кожа, нравится. Так же, как и стеклянная поверхность, но это вкусовщина. Кому-то шайбы нравятся, кому-то нет, про вкусовщину говорить не буду. Батарейка. Литий-полимерная батарейка 4800. Здесь 4400, так же, как в предыдущем поколении. Но зарядки в комплекте нет, и максимальная зарядка, ну, как максимальная, можно взять больше, но бессмысленно, 25 Вт. За 65 минут вы зарядите такой 25-ваттной зарядкой через USB Type-C 3.2 Gen 1. Вот как я научился это говорить, вообще не понимаю. Вы зарядите этот аппарат Fold. Если мы говорим про зарядку, которая идет в комплекте, это 66 Вт. 66 Вт заряжает за 40 минут. То есть здесь, в общем-то, мы получаем принципиально другое время работы. Не работы, время зарядки. Время работы у них, кстати говоря, плюс-минус одинаковое. По понятным причинам здесь нет 5G. Это Huawei, он под санкциями. Здесь есть поддержка 5G. Различается стандарт защиты IPX8 здесь, защита от воды, здесь IP48, то есть защита как от воды, так и от пыли. И это отличие. Как я уже сказал, время работы у них плюс-минус совпадает. Основной модуль камеры и там 50-мегапиксельный. На мой взгляд, не буду врать, говорить, что уже сравнивал их, но я думаю, что преимущество будет на стороне Huawei. Небольшое, но преимущество. Пятикратный оптический зум. Здесь же трехкратный оптический зум. То есть, по сути, вот те камеры, тот набор камер, который есть, мне в Huawei нравится чуть больше. Не оформлением блока, но тем, как они снимают, какие возможности дают. Тем не менее, это аппараты, которые можно условно назвать одноклассниками. Если закрыть глаза на разную производительность, если закрыть глаза на отсутствие 5G и прочие-прочие вещи. То есть модели интересные, но по качеству экрана, по яркости экрана выигрывает, конечно же, Samsung. Производительность тоже на его стороне, но насколько она вам нужна, вопрос остается открытым. Я не уверен, что она вам нужна. Поддержка Google сервисов, тут она отсутствует, ну и поддержка Galaxy AI, это прямо то, что меняет восприятие устройств сегодня. Я редко говорю, когда сравниваю вот аппараты разных компаний, но мне кажется, Huawei, Apple, не знаю, не суть важно, разные компании, отсутствием вот таких AI-фишек сегодня, они начинают Samsung очень сильно проигрывать, потому что здесь нет кучи развлечений, возможностей, которые прямо расширяют то, что я могу делать на Galaxy Fold по сравнению с Mate X3. Это просто разные миры. Это надо принимать в расчет, потому что сегодня Galaxy AI становится преимуществом компании, преимуществом очень серьезным, которое дает просто взлет для всего, что может здесь происходить. Ну вот такое быстрое сравнение, я думаю, что я сделаю, может быть, и не быстрое сравнение, не знаю, на сайте, сравню фотографии с них. Интересные аппараты. Цена отличается очень сильно. Если вы, ну по какой-то причине, да, цена этого аппарата выставляется под Fold 5, потому что продается он на порядке больше, чем Mate X3. Хотя Mate X3 очень приятный.
Но Huawei не смог выстроить продажи на уровне Samsung. Как-то так. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Смотрите другие ролики про новинки от компании Samsung. Оставайтесь на связи и хорошего вам настроения. Пока.